Сегодня у нас покатушки. И это Манечка. Приехали на залив. Закат. Надо было взять крепеж для велосипеда. Неудобно в руках держать. Вот такая красота у нас. Едем мы на Волгу. Жара спала. Прохладный ветерок такой, вообще шикардос. Вот там Анечка едет. Люди на лодках катаются. Это нормально. Фонтан только сегодня что-то не работает. Колесо вон оборзение. Вон Волга-матушка. Сейчас будем выезжать на набережную. Вон такие колясочки есть классные. Где там можно возить. Где-то ревут какие-то мотоциклы, что ли. Или гонки какие-то там ездят. Шумахеры. Че, Аня, там, что делаешь? А, Аня? Анюта? Роланд, самый дорогой ресторан Чебоксар. На воде. Все, к Волге, красота. Обалденно красиво. Мам, вперед у нас уехала. Закат какой шикарный, шикардос. Завтра дождь обещали, главное, что вечером дождь не пошел. До дома, а то потом ехать по времени не меньше часа, потому что в гору надо будет ехать. Сейчас мы под гору ездим, практически педаль не крутишь. Велосипедную дорожку. Специальная тут дорога есть. Ограничение даже 40 километров есть. Чё ты? Я дальше поеду, до конца. 40 километров. Северо-западный поедет. Потому что тут на скутерах, на электроскутерах гоняют здесь. Вон уже 20 километров. Ограничение. Закатик такой. Небо у нас. Жалко, у камеры зума нет. Шикарный такой. Закат. Сейчас солнышко садится. Ребят, уже стемнело. Включил я фару. Поднялись с залива, свет отстал чуть-чуть. Сейчас надо развернуться, дождаться ее. С фары очень удобно. Прям хорошо так светит, всего лишь на втором уровне этой яркости. Нормально видать так все. Сейчас свету подождем, где-то она отстала. Пешком что ли идет. Короче, классно прокатились так. Быстрее нас только троллейбус. Нормально скатали, я даже не устал. Надо каждую неделю катать так хотя бы. Конечно. Идем на обгон. Вам не ёбнуться. Ничего не видно. Фонарик только видно.
выезжаем на свет. Нет, конечно.